блюдо получило свое название из-за простоты приготовления и смешивания самых обычных ингредиентов, которые можно приобрести в магазине. Этот холостяцкий салат мужчины обязательно оценит по вкусу. Холостяки не слишком задумываются о выборе продуктов для салата, поэтому добавляют в блюдо все то, что можно найти в холодильнике. Вы можете смешивать и другие ингредиенты, добавляя их в салат, но заправлять его нужно непременно майонезом. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Подготовьте указанные ингредиенты. Копченую колбасу очистите от оболочки и нарежьте кубиками. Высыпьте нарезку в глубокую емкость. По желанию можно использовать любой сорт колбасы и даже отварное мясо. Высыпьте в емкость сухарики любого вкуса. Если есть свободное время, то приготовьте их в домашних условиях с чесноком. Твердый сыр натрите на терке или нарежьте кубиками. Добавьте в емкость к остальным ингредиентам. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Промойте стебли зеленого лука, измельчите их и добавьте в емкость вместе с майонезом любой жирности, аккуратно перемешайте. Подавайте салат к столу сразу же после приготовления, пока сухарики в нем не размокли. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. А теперь ингредиенты. Колбаса 200 грамм, копченая, сыр 100 грамм, твердый, сухарики 1 штука, пачка любого вкуса, майонез 2 столовые ложки, лук зеленый 2-3 штук, стебля, количество порций 1-2. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Жду вас снова.